специально для тех женщин, которые считают, что мужчины постоянно думают о своем члене, объясню, в чем разница в отношении к своим половым органам у мужчины и у женщины. Мужчины не относятся к собственному члену как к единственной ценности в своей жизни. Потому что кроме секса мужчина может очень много в чем реализоваться. Он может заниматься наукой, творчеством, просто выполнять какую-то работу, которая будет полезна всем людям. А вот для женщины вагина – это что-то сакральное, потому что это единственный предмет ее гордости и очень часто единственный источник ее дохода. Для мужчины его член – это скорее как инструмент. Ну вот представьте себе, например, сварочный аппарат. Вы приварили то, что нужно, отключили питание, свернули провода, убрали его и не вспоминаете о нем до следующего раза, когда он снова понадобится. С женской вагиной ситуация другая. По сути, вагина и есть женщина. Все, что делает женщина, направлено только на ее обслуживание. Давайте скажем прямо. Мужчина, который по каким-то причинам не может заниматься сексом, все равно остается мужчиной, потому что все его умения и навыки остаются с ним. А вот женщина без вагины – это, по сути, бесполезное существо, потому что она не может выполнять ту единственную функцию, которую природа определила для женщины.